Спасибо моему папе, которого никогда не было. И моей маме, благодаря тебе, половина зарплаты уходит психологу. Хотелось бы особенно поблагодарить всех мужчин, с которыми у нас не срослось. Ну, не буду перечислять имена, а то мы тут надолго застрянем. Спасибо всем, кто спрашивает. Мой любимый вопрос. Когда родишь Еву? 9-8, жёстче! Бывший родил ребенка, остался ипотекой, нашел новую тёлку. Ну, ничего, я не завидую. Пошел в жопу! И чтобы я тебя здесь больше не видела. И не здесь тоже, чтобы больше не видела. Ев, не надо быть такой нервной. Вот поэтому Боря от тебя и ушел. Целыми днями все на работе, да на работе. А когда не на работе, то мозги скапываешь. Вот скажите, а у вас сколько детей? Ну, где-то ноль, плюс-минус. Устраивает? Роди для себя. Ну, хочется как-то от любимого человека. Есть уже кандидат? Чем провинился перед вами этот парень? Давайте я с ним разберусь. Ты не знаешь, почему меня так тянет на мудаку, а? Да это риторически или про меня? Я вообще извиниться хотел. Но это не самое страшное, что произошло со мной за последнюю неделю. Ты как думаешь, у меня есть шанс? Глобально. Когда жизнь постоянно тебя бьет по башке, в какой-то момент ты резко срываешься с петель. Простите, а вы не меня ждете?